Отлично. Задел. Лететь уже надо, а то бы еще погоняли. Потом словимся. Осторожнее там. Пока. Oh.
Насчет асфальт пожечь. Подожди, я на телефоне. С нами не хочешь? Ты с кем это там? Угадай. Пусть едет с нами. Вместе веселей. Так что скажешь? Да тихо ты! Короче, наверное, там увидимся. Yeah.
мне тебе еще сказать? Не, погодите. Ну кто-то же должен знать. А не вы не были суперкрутыми подпольными нарушителями, если бы их все знали, правда? Ты бы их видела, Роб. А, это что-то, черт возьми. Копы взбесились, пронеслись мимо и ноль внимания. Считай, что вам повезло. Ладно, давайте развейтесь, сгоняйте в кафе. Может, давайте встретимся? И Ману едет. Ладно, повеселитесь там. Эй, а ты не с нами? Зовут разъемные ободы глянуть. А я такой не могу упустить. Адьос, детишки. Ладно, я двину. Увидимся. Я пока залягу ненадолго. Может, в гараж скатаюсь или еще куда. Сильно засветился. Давай, до скорого. Здорово. Тут такое дело. Слышал про этого Эдди с Восточного района? Он раньше был главным заводилой. У него есть еще симпотная подружка, Мелисса, с которой я как-то... Ну ладно, в общем, неважно. Давно это было. Они устраивают гонку для элитных гонщиков. Элитных, значит, с высокой репутацией. Будь на связи. Я реально думала, что тебя там повяжут. Это было что-то. В общем, вылетаем мы на перекресток, и тут вдруг какие-то чудики нарисовались, а сразу за ними копы. Лучше делай, как Трэвис делает. Попался, отстегнул и до свидос. Курсы для нарушителей все равно онлайн. Ага, одно нарушение ничего. А вот несколько, то без залога уже никак. Верно, но если знаешь, как уйти от копов, уйдешь. Плетешься такой на своей зэшке... Заезжаешь на парковку и... нет тебя. Совсем, что ли? Вертушка тут же прилетит. Засветишься в вечерних новостях. Объявят в розыск и прости, мамуля. Именно. Вот такие лихачи нам все карты и портят. Всегда говорю, держись подальше от центра. Да. Ни разу не пробовали свалить? Просто, чтобы себя проверить. Да как-то нет. Слушай... Ты с кем там промышляешь, а? Может, с нами поделишься? Спокойно, старина. Релаксни. Ты их не найдешь. Они тебя найдут.
Сначала думаешь, это какая-то развалюха. А он... делает тебя на старте и исчезает в ночи. Помнишь про то состязание? Про Эдди с Восточного района. Они начинают собирать народ, а твоя репутация пока не дотягивает. Дрифтуй, гоняй, наматывай круги. Да хоть мир спасай, мне без разницы. Только попади в этот список, понял?
кто же это? Дорогу королю! Погнали!
день. И это было здорово. Просто круто. Давай, приезжай на следующий заезд. Будет много народу, отличная атмосфера. Такое нельзя упустить.
ты смотри, как рычит. Поглядим, как ехать будет. Неплохо, но не буду разбрасываться комплиментами. А то расслабишься еще. Мне пора. Не теряйся. Oh.
Как оно? Готовы, лузеры? Хэштег подпольный дрифтобунт.
Да я вообще в сторонке курю. Не сбавляй обороты, дружище, не жди меня бестолкового. Ну и что ты думаешь, Робин? Не знаю. В смысле, так много новых людей. Сложно судить. Да еще. Эти нарушители на прокачанных тачках. Многих вообще не узнаешь, пока за ними копы не погонятся. Хай, Спайки. Как оно? Эй, слушай. Надеюсь замутить что-нибудь, как в старые времена. Но может как-нибудь встретимся где-нибудь все. У меня никак. Дела срочные. Возвращаюсь в бункер. Надо кое-что доделать. Не, извини, Спайк. У меня планы. Ладно, как хотите. Пока. До связи. Ману в бункер собрался. Тут может быть только одна причина. Ладно, словимся там, друган. А, да, про бункер. Ману любит там торчать. Заброшенное подпольное место. Та еще дыра, но там весело. Чао.
Помнишь про ту кольцевую гонку? Готов? Неплохо репутацию поднимешь, имею в виду. Ну, надеюсь, увидимся. Пока.
Парень, ты других гонщиков видел? Жарковато тут становится. Надеюсь, такое не пропустишь. Слышала, Ману серьезное бабло рубит. Mm-hmm.